немножко начать нестандартную съемку, рассказать о своих чувствах, которые возникают в конце сезона. Сезон подходит почти к концу, то есть остались, ну, грубо говоря, считанные дни, может быть, еще пару недель, когда уже ударит минус. И чем ближе к концу сезона, ты понимаешь, что без него тяжело будет всю зиму. И жалко мотоцикл, что он стоит здесь, будет заводиться там в лучшем случае раз в неделю, а то и реже. Когда заходишь в гараж, ты понимаешь, что мотоцикл, он имеет душу, он по тебе скучает, он живет, как и ты, в принципе. А именно с этим мотоциклом у меня реально проснулись чувства такие, что, наверное, без мотоцикла никак. Это на всю жизнь. Если вы готовы полюбить на всю жизнь и не предать, это тот самый вид транспорта, который заслуживает этого, действительно. Ну так, лирика сегодня, лирика. Хочется что-то лиричного. Вот. Обычно делают ролики, стараются как бы, да, повеселее, там, чтобы. Ну, народу же нужен что? Трэш. Я хочу вот именно передать те ощущения, которые у меня имеются. Вот цикл много лет, у него реально очень большая история, он уже пожил. Многое видел, я думаю. Бывал в авариях, каких серьезных, не знаю. Но это 100% он был там. И он не простит, если вы его предадите, понимаете? Не предадите. Он вас не простит, если вы не будете выполнять его требования. Не будете следовать правилам определенным. Поэтому, ребят, молодые, если берете кубатуру такую, просто будьте осторожны. Не играйте с ним. Любите, но не играйте, не заигрывайтесь. Любовь, она опасная штука, на самом деле. Любиться можно так, что хорошо это не кончится. Хорошо это не закончится. Вот. Как-то так. Ну что, ладно, заведем мотоцикл. Когда я подхожу, завожу, это уже такие ощущения, что потихонечку время уходит, и мы скоро с ним расстанемся. Он стоит на долгую зиму, он будет стоять тут, скучать. Ну да ладно, что делать, такая вот у него жизнь, все время ждать и быть с нами только когда мы этого хотим. Зима приближается, 5 градусов, поэтому как бы нужно кататься, пока есть возможность. Дороги немножко подсохли, в дождь это уже самоубийство кататься. Сейчас как бы можно поездить. Опять же, узнаю, на какой скорости можно. По идее, должно бежать нормально, делать определенных скоростей. Никто не знает, вот, какая именно скорость должна быть, или, да, ближе к минусу, когда температура приходит. Никто не знает, какая скорость безопасна. И то есть после какой уже именно держать перестает мотоцикл, да? Вот это как бы вопрос. То есть у всех разные мнения, всех по-разному там заносит, падают и это идет. Всех по-разному. Ну, вот, зависит от многих, конечно, факторов, от дороги, от резины, протектора, который есть. Поэтому разные скорости.
Ладно, заводим зверя. Сегодня будем играть в игру. Кто первый синий билет? Я тебе правду говорю, а ты нет. Я тебя все еще люблю, а ты меня нет. Я тебе правду говорю, тяни билет. Сегодня будем играть в игру. Кто первый синий билет? Я тебе правду говорю, а ты нет. Я тебя все еще люблю, а ты меня нет. Я тебе правду говорю, тяни билет. Сегодня будем играть в игру. Кто первый синий билет? Я тебе правду говорю, а ты нет. Я тебя все еще люблю, а ты меня нет. Я тебе правду говорю, тяни билет. Сегодня будем играть в игру. Кто первый синий билет? Я тебе правду говорю, а ты нет. Я тебя все еще люблю, а ты меня нет. Я тебе правду говорю, тяни билет. Сегодня будем играть в игру. Кто первый синий билет? Я тебе правду говорю, а ты нет. Сегодня будем играть в игру. Кто первый синий билет? Я тебе правду говорю, а ты нет. Сегодня будем играть в игру. Кто первый синий билет? Я тебе правду говорю, а ты нет. Сегодня будем играть в игру. Кто первый синий билет? Я тебе правду говорю, а ты нет. Сегодня будем играть в игру. Кто первый синий билет? Я тебе правду говорю. Сегодня будем играть в игру. Кто первый синий билет? Я тебе правду говорю, а ты нет. Сегодня будем играть в игру. Кто первый синий билет? Я тебе правду говорю. Сегодня будем играть в игру. Кто первый синий билет? Я тебе правду говорю, а ты нет. Сегодня будем играть в игру. Кто первый синий билет? Я тебе правду говорю, а ты нет. Сегодня будем играть в игру. Кто первый синий билет? Я тебе правду говорю, а ты нет. Сегодня будем играть в игру. Кто первый синий билет? Я тебе правду говорю, а ты нет. Сегодня будем играть в игру. Кто первый синий билет? Я тебе правду говорю, а ты мне нет.
что первый синий билет. Я тебе правду говорю, а ты мне нет. Сегодня будем играть в игру, кто первый синий билет. Я тебе правду говорю, а ты мне нет. Сегодня будем играть в игру, кто первый синий билет. Я тебе правду говорю, а ты мне нет. Сегодня будем играть в игру, кто первый синий билет. Я тебе правду говорю, а ты мне нет. Сегодня будем играть в игру, кто первый синий билет. Я тебе правду говорю, а ты мне нет. Сегодня будем играть в игру, кто первый синий билет. Я тебе правду говорю, а ты мне нет. Сегодня будем играть в игру, кто первый синий билет. Я тебе правду говорю, а ты мне нет. Сегодня будем играть в игру, кто первый синий билет. Я тебе правду говорю, а ты мне нет. Сегодня будем играть в игру, кто первый синий билет. Я тебе правду говорю, а ты мне нет. Сегодня будем играть в игру, кто первый синий билет. Я тебе правду говорю, а ты мне нет. Сегодня будем играть в игру, кто первый синий билет. Я тебе правду говорю, а ты мне нет. Сегодня будем играть в игру, кто первый синий билет. Я тебе правду говорю, а ты мне нет. Сегодня будем играть в игру, кто первый синий билет. Я тебе правду говорю, а ты мне нет. Сегодня будем играть в игру, кто первый синий билет. Я тебе правду говорю, а ты мне нет. Сегодня будем играть в игру, кто первый синий билет. Я тебе правду говорю, а ты мне нет. Сегодня будем играть в игру, кто первый синий билет. Я тебе правду говорю, а ты мне нет. Сегодня будем играть в игру, кто первый синий билет. Я тебе правду говорю, сегодня будем играть в игру, кто первый синий билет. Я тебе правду говорю, а ты мне нет. Сегодня будем играть в игру, кто первый синий билет. Я тебе правду говорю, сегодня будем играть в игру, кто первый синий билет. Я тебе правду говорю, а ты мне нет. Сегодня будем играть в игру, кто первый синий билет. Я тебе правду говорю, а ты мне нет.
Сегодня будем играть в игру, кто первый синий билет. Я тебе правду говорю, а ты нет. Сегодня будем играть в игру, кто первый синий билет. Я тебе правду говорю, а ты нет. Сегодня будем играть в игру, кто первый синий билет. Я тебе правду говорю, а ты мне нет. Сегодня будем играть в игру, кто первый синий билет. Я тебе правду говорю, а ты мне нет. Сегодня будем играть в игру, кто первый синий билет. Я тебе правду говорю, а ты мне нет. Сегодня будем играть в игру, кто первый синий билет. Я тебе правду говорю, а ты мне нет. Сегодня будем играть в игру, кто первый синий билет. Я тебе правду говорю, а ты мне нет. Сегодня будем играть в игру, кто первый синий билет. Я тебе правду говорю, а ты мне нет. Сегодня будем играть в игру, кто первый синий билет. Я тебе правду говорю, а ты мне нет. Сегодня будем играть в игру, кто первый синий билет. Я тебе правду говорю, а ты мне нет. Сегодня будем играть в игру, кто первый синий билет. Я тебе правду говорю, а ты мне нет. Сегодня будем играть в игру, кто первый синий билет. Я тебе правду говорю, а ты мне нет. Сегодня будем играть в игру, кто первый синий билет. Я тебе правду говорю, а ты мне нет. Сегодня будем играть в игру, кто первый синий билет. Я тебе правду говорю, а ты мне нет. Сегодня будем играть в игру, кто первый синий билет. Я тебе правду говорю, а ты мне нет. Сегодня будем